В Анапе суд рассмотрит уголовное дело, которое возбудили в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего травму получил 4-летний мальчик. Напомним, ЧП произошло 1 июля 2017 года на пляже в станице Благовещенская. Мужчина сидел за рулем моторной лодки «Мастер-651», в которой был прикреплен банан. На водном аттракционе катались 24 пассажира, в том числе и 4-летний мальчик с дедушкой. Обвиняемый превысил скорость и выбрал опасную траекторию движения по волнам, из-за чего в воду упал ребенок. При ударе он получил многочисленные травмы тела. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением на данный момент передали в суд. Олеся Давыдова, Виталий 39 канал.